Сегодня в актовом зале администрации района состоялось заседание антинаркотической комиссии. Вел заседание глава района Заур Хамирзов. Первым выступил оперуполномоченный межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Аслан Цыкушев. Он довел до сведения присутствующих о проводимой работе и принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств на территории Кашхабльского района за 2020 год. Появление незаконного оборота наркотических средств сотрудниками отдела МВД России Кашхабльский за 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 6 преступлений. Данные преступления раскрыты и направлены в суд, по которым были приняты решения. По части 1 228 было зарегистрировано 2 преступления. Из них участковые уполномоченные полиции выявили 2 преступления, получается. По части 1 228 УК РФ также 2 преступления было выявлено сотрудниками госнаркоконтроля. По статье 231 УК РФ, это выращивание наркотических средств, было выявлено на территории АО Кашхабль. Это было выявлено сотрудниками участково-уполномоченными полициями. Также был выявлен один факт статьи 228 «Хранение наркотических средств в крупном размере». Данные материалы были направлены в суд, были приняты решения. За потребление наркотических средств без назначения врача было привлечено к административной ответственности 28 лиц по статье 6.9 и по 6.8, это незаконное выращивание наркотических средств, то есть малозначительно, было привлечено одно лицо. С 11 по 22 марта 2020 года на территории Республики Адыгея проходил первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». При проведении данной акции было проверено 5 мест массового пребывания совершеннолетних и молодежи. С 20 по 05.20 по 29.05.20 на территории Республики Адыгея проходил этап профилактической операции «МАК». В период проведения указанной акции сотрудниками ОМВД России Кашхабльска выявлено 2 факта незаконного оборота наркотических средств. Проверено также 8 мест пребывания несовершеннолетних и молодежи. Далее о результатах мониторинга наркоситуации и профилактических мероприятиях, проведенных в условиях пандемии 2020 года, доложила секретарь антинаркотической комиссии Анжела Гумова. За истекший период 2020 года было проведено 4 заседания и рассмотрено 13 вопросов, что соответствует регламенту. Ситуация в сфере немедицинского потребления наркотических средств и новых потенциально опасных психоактивных веществ складывается следующим образом. Согласно данным Адыгейского республиканского наркологического диспансера, по состоянию на 1 января 2021 года на учете состоят 9 человек, допускающих немедицинское потребление наркотиков. Из них 4 человека являются регулярно употребляющими наркотики, 5 человек являются эпизодическими. Большая часть наркозависимых – это мужчины. Хотелось бы отметить, что из состоящих у нас одна женщина. Средний возраст состоящих на учете 40-45 лет. Ежегодное снижение количества лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, свидетельствует об эффективности взаимодействия всех участников антинаркотической деятельности. По результатам проведенного мониторинга на территории республики по итогам 2020 года сложившаяся наркоситуация в муниципальном образовании Кашхабльский район признана как удовлетворительная. На территории обслуживания МОМВД России Кашхабльский за 12 месяцев, как уже было сказано, выявлено и зарегистрировано 6 преступлений, составлено 28 административных протоколов. Следует отметить, что определенная часть молодежи, в частности сельской, по результатам исследования, либо вообще не воспринимает марихуану в качестве наркотика, либо относит ее к легким наркотикам, не вызывающим привыкания организма. Данное обстоятельство объясняется тем, что в регионе присутствует негативная традиция немедицинского потребления наркотиков растительного происхождения, сложившаяся еще в середине прошлого века в период возделывания в хозяйствах республики наркотикосодержащей конопли. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, проведение массовых публичных мероприятий в сфере профилактики было приостановлено.
Вместе с тем было организовано проведение разнообразных мероприятий антинаркотической направленности в онлайн-пространстве, а также с использованием потенциала социальных сетей. Оперативная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков, благодаря консолидированным мерам исполнительных органов, органов профилактики, правоохранительных органов, остается стабильной и по прогнозам не имеет тенденции развития в сторону ее осложнения. Прогнозируемая стабилизация темпов преступности и уровня преступности свидетельствует о наличии потенциала для развития благоприятного варианта прогноза наркоситуации в Республике Адыгея и в Кашкабльском районе в целом. По третьему вопросу о проводимой работе по профилактике и предупреждению злоупотребления наркотиками выступили главы Натырбовского и Дмитриевского сельских поселений. Итогом заседания комиссии стали рекомендации всем заинтересованным службам профилактики продолжить осуществление комплекса оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и правонарушений, связанных с распространением и употреблением наркотиков и иных психоактивных веществ.